Майский дождь не помешал угольщикам шахты «Комсомолец» в очередной раз выйти на уборку улицы Кавказской. Дружному мужскому десанту понадобилось около 40 минут, чтобы убрать грязь с обочин и очистить бордюры. В настоящее время субботники проходят каждую пятницу. Но кроме того, мы постоянно следим за нашей территорией. Ну, практически постоянно. Ну и каждую пятницу плюс. То есть помимо как бы территории, прилегающих к АБК, сквер, где еще ваши люди работают? Наши люди также работают. Вот эта улица Кавказская, также прилегает к шахте «Комсомолец», Комсомольская улица и Рубинштейна. Большое внимание на предприятии уделяют и так называемой технологической дороге, по которой многотонные КАМАЗы перевозят уголь на склад. В том году, значит, привели ее в порядок, настелили асфальт и сделали пешеходный тротуар, которого никогда не было. В настоящее время также за ней следим и поддерживаем ее в нормальном состоянии. У нас заключен договор с транспортной компанией, ну, с УПИРом, так сказать. И согласно договору, круглосуточно даже, эта дорога поливается еще от... В случае возникновения пыли. По мере необходимости на технологической дороге также бывает высадка трудового десанта. Кстати, шахта «Комсомолец» стала одной из первых компаний «Сойкузбасс», где обратили внимание на благоустройство территории. Первые изменения начались еще в 2009 году. Теперь это одно из самых излюбленных мест отдыха жителей близлежащего микрорайона. В этом году работа по благоустройству будет продолжена.